Появление на свет детей – это настоящее счастье для всей семьи. А важные для всей страны даты – счастье двойное. В день независимости родились новые граждане нашей страны – будущие патриоты и творцы судьбы государства. Уже много лет по доброй традиции члены Брестской областной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» поздравляют новорожденных и их мам с праздниками и семейным пополнением. Сегодня по традиции «Белая Русь» чествует мам, родивших своих детей – День независимости, 3 июля, самый главный праздник нашей страны. Мы от Ленинской районной организации города Бреста «Белая Русь» сегодня с большим удовлетворением отмечаем, что 3 числа в Ленинском районе родилось 4 ребеночка, 3 мальчика и 1 девочка. И мы не просто говорим слова благодарности мамам, не просто дарим им подарки, также хочу отметить, что в дальнейшем детей, которые родились в самый главный праздник нашей страны, ведем по жизни. И когда обязательно их чествуем и поздравляем, дарим подарки, когда они идут в первый класс. Вот. И я уверен, что вот такие дети, они вырастут истинными патриотами нашего города, нашей страны. Всего в День независимости в Первом регионе родилось 14 детей, 10 мальчиков и 4 девочки. 4 счастливицы родили первенцев. В Брестском роддоме счастливыми мамами стали 8 женщин, у одной из них родилась двойня. Сегодня мы будем чествовать молодых мам. Традиционно наша акция проводится уже в 16-й раз. «Белая Русь» поздравляет молодых мам с рождением ребенка, которые принесли, скажем, новую жизнь в нашу республику именно 3 июля. Отрадно, что завершил эту эстафету мальчик, который родился 23.55, 3 июля. Молодая мама стала счастливой, а республика стала богаче еще на одного белоруса. Молодые мамы чувствуют себя хорошо, и пока они отдыхают, малыши находятся под чутким присмотром врачей родильного дома. Пусть легкая усталость еще не сошла с лиц, но их глаза сияют счастьем и трепетом появления новой жизни. У меня родились первенцы, 2 мальчика. Родились экстренно, было кесарево сечение. Вот. Мальчики сейчас в детском отделении. Вроде стабильные, говорят, что будет все хорошо. Я родила 3-го ребеночка, у меня мальчик. Ну, очень счастлива, что родила в такой день. Как бы срок ставили на 5 число, но он сам решил, что ему нужно родиться в 3-го. Очень люблю нашу страну, буду растить настоящего гражданина. Телеканал БукТВ присоединяется к поздравлениям и желает малышам здоровья, заботы, тепла и любви.